но она у меня на опеке. Нужно ли мне, ну, могу ли я энергетически, физически, могу ли я, ну, пробовать брать второго ребенка? А вы с мужем вместе живете или нет? Да. Да? Да. Хороший вопрос. Ну, как бы, если возьмете второго ребенка, то у вас 3 года будет тяжело жить очень. Но потом вы будете счастливы. Готовы пойти на такую жертву? Ну, если пойти, ну да, конечно. Ну вот, я об этом тоже. Ну что, 3 года будет тяжело. Ладно, спасибо большое.